Приветствую на канале Asmodee Play. Мы продолжаем Max Payne. Давайте вернуться в игру, наверное. Опа. Так, а что мы тут делаем-то? Это не то. А, вообще не то. Вот так. Мне нужно было встретиться с Джеком Льюином и заставить его заплатить. Вот он. Так, блин, а вот, пока все нормально иду, охренеть. Так, дробовичок пополнили. Не понимаю, а мне откуда музыка-то хрена как? У меня же вроде не должно быть музыки-то. Так, опции, звук. Может где-то тут что-то играть в клубе? Пуля была лучше всяких лекарств. Я был очень удивлен обстановкой и тем, что кто-то здесь еще читал книги. На обложке книги было написано «Век бури и убийств». На задней обложке говорилось о норвежском мифе. Рагнарок — конец эры викингов, причиной которой послужили ужасные зимы, превратившие землю в лед. После этого мир ушел в пучину насилия. Я представлял, как кто-то невероятно сильный проник в их мысли и сообщил о конце света. Я также начал понимать, для чего был создан этот клуб и чего хотел его владелец. Так. Что мы тут имеем? Вау, боли утоляющие. Так. Вот так. Hey. Ой-ой-ой-ой-ой. А кто и откуда это скинул? Так. Это дробовик все-таки был. Блин, ну ладно. Блин, то с беретами все ходят, то нахрен. На. Пока нормально. Это тело подохло, вот он.
Сейчас, минуточку. Тихо, ага, все понятненько. Надо аккуратнее нахрен здесь. По патронам очень ударить может. Самый неподходящий момент. Вот так. Давайте восстановим. Вот у нас здесь есть. И где у нас еще есть? 150. Одна на 200. Еще 50 патронов не хватает. Ну ладно. Где-то тут петушило должен был быть. На 25 всего, падла. Ладно, я так думаю, мы сюда еще вернемся. Но это мое предположение. Так, вот барная стойка, могли бы что-нибудь дать здесь. Оккультизмы были разбросаны по столу. Комната была забита разными книгами, такими как Некрономикон и Молот Ведьм и Потерянный Рай. Старые экзотические названия, такие как Использование Молотка и Де Умбраном Рагни и Новом Портис. Книги с пентаграммами на обложках, все имело отношение как к оккультным наукам. Они лежали между стопками кассет с фильмами ужасов и несколькими дощечками Уиджа. Единственное, что можно было сказать серьезно, это то, что Лупина серьезно к этому относился. Вот так, оккультизм, значит. Ладно. Вот так вот, не ожидал. Это против одиночки хорошо такое. Блин, ну-ка пристрели меня по-быстрому. Даже не знаю. Берите. Понятненько, так это, ага, значит. Да, значит, берите.
Опа. Вот так. Где у меня там берета была? Вот здесь за столом, по-моему, если не ошибаюсь. Понятненько. Вот сюда. Так. Блин, а там уже дьявольский круг начерчен. Назад идти надо куда-то. Ну давай посмотрим, что у нас тут. Ага. Не нравится мне Дина, но я не сказал бы это в лицо. Кто знает, чем он занят. Но кому-то же надо туда идти. Слишком стрёмно. Все. Я убил, меня убили. Что случилось? Понятно. Это в лицо. Кто знает, чем он занят. Но кому-то же надо туда идти. Слишком стрёмно. Все эти вопли уже 3 дня. Чё ты на меня смотришь? Я не хочу выдыхать. Так как-то странно всё это. Особенно сейчас. Это в лицо. Кто знает, чем он занят. Но кому-то же надо туда идти. Слишком стрёмно. Все это... На. Ну, пока неплохо. За столом что-то было. Нет? Прекрасно, прекрасно. Ну-ка. Опции запись. А давайте-ка вот сюда. Запись. Не вижу ни хрена. Вот, сохраним.
В берете. Значит, на берету переходим пока. Раз у меня максимум. Сейчас, минутку. Подождите. А если... Где-то что-то не стыковочка у вас, ребята. А вот все. Охренеть. Давай, давай, давай. Так, затариваемся патронами. О, к пустынному орлу. Ну, сейчас тогда вам хана будет. Блин, охренеть. Ну давай, убивай быстрее. Падла. Ни хрена. Охренеть. Вот так. Где у меня пустынный орел? На столе лежал. Так. Что-то никакой картины, кстати, не показано. Что самое удивительное. Охренеть, вот в яму в эту бульки. И долго еще подниматься потом опять сюда. Ага, он там сидит на жопе. Вот так. Пустынный орел. Не пойму, улица что ли? Дом, улица, фонарь, аптека. И за спиной два человека. Так. Твою-то мать. Ни хрена меня куда паутинка-то. Ой-ой-ой-ой-ой. Какой-то собор Нотр-Дам. Мать его. Охренеть.
Так. Надо ассасином быть. Вот так. Вот это хорошо. Вот это я понимаю. Ладно, одну уж таблеточку сделаю, там вижу, потому что есть таблеточка, блин, не то нажал, ну конечно, ну ладно, хрен с ним. Вообще не вижу, где они. Охренеть, я их не видел, представляете? Реально до последнего. Кстати, вот так вот я сделаю. Вот, вот все. Максимум чего? Пустынного орла или береты? Ладно. Давайте посмотрим, что меня ждет впереди. Так, ни хрена, вот, вот в джедаях бы там что-нибудь сделали бы. На. Сейчас надо восполнить, конечно, полтинничек. Ну, где-то здесь лежат они. Все. Вот так тогда. Так, минутку. Пополнение боезапаса. О. Подожди. А, вот. Ну, нормально. Да нет. Ну-ка, давай посмотрим, что получилось. Блин, ничего не делал, честное слово. Ну ладно.
Ой-ой-ой. Еще на меня повешают убийство, которое я даже не совершал. Хотелось бы, но я не совершал. Ага, вот, вот почему. Так. Вот так. Читерил, наверное. Но это же не важно. За кулисами оказался рабочий кабинет Люпина. Горячий воздух стоял невидимой стеной. Здесь пахло ладаном и чем-то еще. Нездоровый сладкий запах, от которого тянет рвать. Это была прогнившая сердцевина большого яблока. Это была гнилая сердцевина большого яблока. Люпин накроется где-то впереди, как паук в середине своей паутины. От воздуха у меня уже кружилась голова. Клочки разорванного письма были разбросаны на диване. Давай. Причина угрожала Люпина в письменном виде. Записка была разорвана в клочья, на которых были видны кровавые отпечатки пальцев. Не задумывался над тем, что один из моих парней играет неполной колодой карт. Приспосабливайся, Джек, мы ведем бизнес по-своему. Мне бы не хотелось отсылать к тебе тройку ребят, чтобы они поговорили с тобой. Тройка оказался прославленный головорез Дона. Так. Записки Люпина валялись на столе. Джек Люпина был сумасшедшим. На столе были разбросаны записи о безумных тайнах, написанные в порыве гнева, какой-то список демонов, бесов, восставших богов тьмы. Кровь предназначена всем вам. Наверное, он насчитался Фауста. Твоя душа ради силы и удачи. Просто знак. Пунктирная линия, нарисованная твоей кровью. Короче, с безумством. Блокнот Люпина лежал на пьедестале. Джек Люпина был сумасшедшим. Да поглотят загадочные волки и луну, и солнце. Люпина сам волк. Я мистер Зверь, огромный злой кровожадный волк, я человек, с которым придет конец света. Я принесу на землю плоть падших ангелов. После наступления 2000 года миру придет конец. Но разве стоило говорить это мне, задумчивому неудачнику, мстителю, который в одиночку противостоит целой империи зла, которого справедливость застанет только в могиле? Все субъективно, есть только личный апокалипсис. Такие вещи живут шаблонами, пока они не происходят с тобой. Но мне с этих трупов ничего поиметь не удастся. Плоть павших ангелов, придите все. Я поделюсь с вами секретами, что живут под кожей реальности. Я видел под их. Кожей. Это гниющая плоть. Опа. Да опа, да опатушеньки. Я волк. Очень близко. Уже наступило. Вы свидетели конца времен. Сейчас я восстану из смертных. Мне не нужны слова. Я выше всех слов. Понятно. Плоть павших ангелов, придите все. Я поделюсь с вами секретами, что живут под кожей реальности. Я видел их, это гниющая плоть. Давай. Да я уже понял. Я волк. Очень близко. Уже наступило. Вы свидетели конца времен.
Сейчас я восстану из смерти. Где? Мне не нужны слова. Я выше всех слов. Здесь он не может появиться, только там. Давай. Блин. Давай. Следующий. Давай. Так. Так. Опа, опаньки, да, потушеньки. Я понял, что это было кому-то выгодно, и этим кем-то был заполнен весь небоскреб Empire State Building. Люпина был крепок и мог выставить 15 раундов против аллигатора-мутанта, а потом он начал свою обезьянью историю. Историю, которую я много раз слышал во сне. Я попробовал плоть падших ангелов. Короче. Я пил зеленую кровь дьявола. Она течет в моих венах. За стеной из кожи я видел постройки из крови и костного мозга. Смерть уже близко. Она идет, и за ней идут ее слуги. Это зима, сумерек. Я готов стать ее сыном.
Ее время пришло. И все, кто стоит на ее пути, должны умереть. Все? Вы умрете. Все, все умрете. Я волка. Где ты? Так. Так, 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 так. Ну-ка, еще разок. Давай. Это мы видели. Вы умрете. Все, все умрете. Я волка. Да. Завалил. Когда Люпина наконец упал, я захотел убедиться в том, что он действительно мертв. Это было просто чудовище, которое превращало людей в зомби, которым место не на земле, а в преисподней. Мне кажется, он уже мертв. Что? Он был мертв с самого начала. Но все равно ты убил не того, кого нужно. С этими словами эта дамочка навела свой пистолет прямо мне в лицо. Я сделал то же самое. Лиза Пончинелло? Лиза Пончинелло была женой Дона. Моносекс, злой двойник Лизы. Это опасный пистолет. Можешь наделать дело? Лиза, зверь, когда в опасности. Я профессионал. Снесу тебе башку и не моргну. Ну да, и все мои заслуги размажутся по стенам. Джек не мог подставить тебя, он был не в том состоянии. Мы ищем одну и ту же сволочь. Анджело Панчинелло убил твоего друга и свалил все на тебя. Ты в этом уверена? У меня свои источники. Я не оставляю догадок, я их расстреливаю. Кто заключил контракт с главной мразью? Он мой. Ненавижу гадов, что бьют своих жен. Почему бы нам не поберечь пули? Я думал, ты никогда не скажешь. Даже палец стал чесаться. Надо смочить его виски. Не против, если не бросишь мне крысу в стакан? Ты просто ангел, Макс. Виски был отменный, словно мед растекался в глотке. Ты не обижайся. Лучше отдохнешь. Тебе не помешает. Рвануло. Хрен доверия. Кошмар всегда повторялся. Злобные очертания мечутся во тьме. Старая и безобразная. Безумный смех убийцы, словно загадка, злобно влетал в окно. Где ты? Кричал ребенок.
Макс, прошу тебя, Макс. Почему? Я не хотела, прости меня. Давай. Он такой глюк. Я ем фундук. Давай. Давай, 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 давай. О, правильно бегу. Макс! Ну давай. Тут что-то не так маленько. Макс, прошу тебя, Макс. Почему? Я не хотела, прости меня. Не понимаю. Что за глюк? А ты знаешь, что мы нашли тебя, когда ты храпел рядом с трупом Люпина? Мишер смотрела на меня. Семья Пейнов. Момент счастья, схваченный полароидом. Я думал, что так будет всегда. Пока смерть не разлучит нас. Я не хотел думать об этом. И пока я не думал об этом, этого не могло случиться. Но я нарушил свое правило, и мысль об этом неожиданно проникла в голову. Страх ржавыми спицами крошился в моем мозгу, холодный и мерзкий. Он скользил по телу. Фотографии. Да. На картинке было старое доброе время. Вместе с Алексом мы пережили пару славных деньков. Друзья сражаются вместе против преступников. Лучшая в команде, добродушная мужская бравада. Все бы отдал за то, чтобы он был рядом со мной. Но с ним проблема, как и со всем остальным. Да блин.
Я всегда обожал смотреть мультфильмы. Капитан Бейсбол мой любимый герой. Я охренел. Так. По дорожке, значит. Я всегда обожал смотреть мультфильмы. Капитан Бейсбол мой любимый герой. Я всегда обожал смотреть мультфильмы. Капитан Бейсбол мой любимый герой. Мать его! Я обожал смотреть мультфильмы. Капитан Бейсбол мой любимый герой. Так. Блин. Блин, что ты не прыгнул? Блин. Управление вот на это пока воспоминания хреновые. Что заставляет меня нервничать. Блин. Так. Бля, да не туда же. Ну не туда, не туда. Я прям вижу, что не туда. Так. Кто мне звонит? Никого. Так.
Охренеть. А вот, пришел же. Прошу тебя, нет, только нет. Вот тебе и воспоминания. А я откуда? Я оттуда пришел. Давай. Идем по коридору тогда. Подглюкивай, да. Их можно резать, рубить, варить и клашматить. Дезинтегрировать. Что с ними не делай, они всегда как новенькие. Дневник Мишель лежал на столе. Мишель работала на полставки в одной юридической конторе. Ее дневник был открыт на сегодняшней записи. Я смотрел на красивые изгибы ее почерка. Вчера на мой стол попало одно военное досье. Валхалла? Разве это не норвежский миф? Что-то о викингах? Я пыталась рассказать об этом Максу, но он был занят, симпатично хмуря брови. Наверное, ничего особенного, просто перепутали на почте. С этого момента я всегда буду находить для нее время. Пустое обещание. Слишком мало и слишком поздно. Это да. Макс, прошу тебя, Макс. Почему? Я не хотела, прости меня. Прощаю. Убийца, ты убил ее? А в настоящем мире ничего такого не случается. Что-то не понимаю, что это за воспоминания. Я проснулся от кошмарного сна. Казалось, что мозги не помещаются в череп. Макс Пейн, классное имя у тебя. Убийца улыбнулся. Рад познакомиться, я Фрэнки Ниагра по кличке Бита. Ниагра, что, плакал в детстве? У него в руке была бейсбольная бита, я был привязан к креслу. Лучше было его не злить. Ты любишь иногда посмеяться? Вот и я. Например, обожаю смотреть мультики. Мультяшная жестокость и довольно. Например, обожаю смотреть мультики. Мультяшная жестокость это очень забавно. Давай передохнем. Мне нужно отлить и, может, остудить глотку в баре. Не волнуйся, я скоро вернусь, и мы закончим. А там решим все вопросы. Твои деньги, твоя музыка, козел. Он вышел и запер дверь. Я услышал, как щелкнули засовы. Все делают ошибки. Мне не следовало шутить с этим болваном с битой. Он мог проломить мне череп как орех, и не следовало доверять этой дамочке с пистолетом. Я слепо пошел за первой сволочью из списка, когда надо было целиться выше в голову семьи Панчинелло.
Вид у меня, наверное, был не цветущий. Вместо лица сплошное пятно. Развалил стул. Решает поиграть в бейсбол твою башку, это очень раздражает. Они оттащили меня в подвал отеля Люпина. Я был избит, весь в синяках и крови. Чувствовал себя как кресло, которое разломал, когда хотел вырваться. А здесь я уже был. У меня была только бейсбольная бита, липкая от моей собственной крови. Без пистолета не стоит тягаться с парнями Франки. Придется играть в прятки. Ну что ж. Это дело Фрэнки, он все сделает. Да я знаю. Так. Блин, один, вот один выход. А здесь я был, это я точно знаю. Здесь вот человека-то и убили. Ну что ж, на этом все. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, оставляйте комментарии. Увидимся в следующем видео. Пока. Так, а мы пока сохраним.